По одной из аллей в курортном парке поднимаемся к Николаевским ваннам, верхним ваннам, которые построены в стиле русского классицизма. В 1884 году по проекту архитектора Дмитриева оригинальная планировка здания, квадрат в плане своем, с кольцом внутри, с внутренними двориками, украшенными скульптурами и мифологическими персонажами. Над входом надпись «Ванное здание императора Николая II» освящено в 1988 году. Перед фасадом стоят скульптуры Геракла и Аполлона. Вот Геракл и Аполлон. Ну, как символы красоты, силы, здоровья. А ванны продолжают работать по своему прямому назначению. В них имеется 118 мест, то есть одновременно могут принимать процедуры 118 человек.